Хей, hey, okay, смешки, мы продолжаем проводить игру под названием Street of Rage 2. Походу, мы с вами находимся сейчас на корабле. Гутен. Почему я так думаю? Но он как движется. Он движется вверх-вниз. Поэтому у нас одно из двух. Либо это корабль, либо это шлюпка. Не. Это корабль. Нихера он бьется! Ну что это такое у него за атака? Я понимаю, что я могу... Зараза, у меня из-за тебя пропало это. Ладно, так пройдем. Ну типа, я просто руками быстрее атакую, понимаете? Ну, много атакую. Эх, сейчас бы катану. У него палка? А, нет. О, видели? Вот это его суператака рукой. Поэтому лучше ему вообще не давать атаковать себя, да и все. О, очень мало отхилило. А, не, нормально. О. Что-то новенькое. Новый враг довольно профессиональный, слушайте. Он и блокируется. Ну, он в ноги, видите, идет. Еще какой-то новый чел. Ладно, сейчас я всех победю, заберем курочку и пойдем на ней этого. Какой-то Уэн. Так, я понял, он хорош на захваты. И заметьте, он получает и сразу отходит. И он блокирует еще плюс. Так, а поджать тебя можно? Ну, поджать-то можно. Видите, он тоже вот на бросках в основном. Он, походу, вообще на бросках. Зараза, он достает. Почему он меня схватил? Почему?
Но он довольно сильный, потому что я его пробить не могу. У него очень сильные ноги. Да, это корабль либо паром. Оу, Нет, я не хочу терять тут катану. Нет. Я мог его ударить. Да, именно ты меня взял. Не я тебя атаковал, а ты меня. Я его атаковал! Как это бесит. Вот снова. Все. Ну видите, типа, некоторые катаны не ваншотят. Если бы ваншотило, было бы хорошо. О, там топор есть, ничего себе. А видите, он перекинуть меня не может, потому что он слабый. О-о-о. Так, что это было за звук? Спрятался он. Понятно. Чё так сложно? Они очень много кидают гранат. Он лучше гранаты свои докидает. О-о-о-о. Это плохой звук. Ну, ничего, соперник. Не-не, давай только не так, что ты оказался мой враг. Если это так, это просто. Но мне не кажется, что это босс. Пузырь.
Но раньше он только огнем пылял. Да, это не босс, ребята. О, плюс контишка. Ну, погнали, посмотрим, кто тогда босс. Это что, ссылочка на аниме Боец Баки? Молодец, у него хпшки. Не-не, медведь, ты ко мне не подойдешь. Катана лучше, чем перчатки твои. Не, ну видите, он скачет, типа пытается что-то сделать. Сори. Вот поэтому я говорю, катана делает дело. Ну что, в принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.